Друзья, всем привет! Вы на канале Елена Ukrain and Family. Сегодня мы едем по Киеву. Смотрите, какой ветер, как вывернул зонтик. Красивый, это чаша. Это чаша наполнения священной водой. Через 300 метров. Так пахнет дезинфицирующими средствами в торговом центре. Приближаемся к Икее, друзья. Я люблю эти желтые корзиночки. Берем. Тут все время. Есть какое-то пополнение все время товара. Сейчас пойдем смотреть, что новенького привезли. Мы зашли через отдел кухня посуда. Вместе с корзинкой? Вот еще один диван для сидения. Камера не передает его цвет, а он на самом деле такого красивого оливкового цвета. Называется клипан. Двухместный. 5499. Да. Тут так только можно днем покемарить. Большие диваны. Вот этот диванчик мне очень нравится, но он большой, такой голубой цвет чехла, очень такой приятный, освежающий. Вот такой диван. Холмсунд. Трехместный диван. 14-15 тысяч практически. Кресло знаменитое киевское в такой обивочке, новенькой, типа вельвет. Strand Moon, стоимость его 7499. Это новиночка, друзья. Вот так он смотрится в интерьере. Оно смотрится. И для ног такая подставочка, пуфик. 3500. Таким же чехольчиком под вельвет. Отдел уцененных товаров. Угу. Много шкафчиков, тумбочек. Короче, вы уже приехали, да?
где-нибудь там здесь сначала. Да, да, да. А это что, панельки? Панели для чего? Это для чего? Я понимаю, что все отходит. Или что-то побитое, поцелкало, знаешь. Угу. Это от кухонь, наверное, да? Да. Дверцы. Вот такие вот тоже, смотри. Части, это, наверное, от каркаса кухонь. Ну, прямо чистые где-то вырезали. Матрасы. Смотри, сколько матрасы. Да нет, не надо, но вот первый раз вижу здесь уцененные матрасы. Вот эти вот подушки классные и уцененные. С одной стороны охлаждающие, с другой стороны черный, это. Ну, просто грязная, да. Можно постирать. Он снимается чехол? Угу. Снимается. И сколько она стоит уцененная? 440. Сколько? 440. Угу. 490. 490. Просто вот это, по-моему, с одной стороны охлаждающее. Это 260 вообще. Угу. Да. В общем, кто любит делать что-то своими руками, строить, создавать, здесь есть материалы, из которых можно что-то сделать. Такие панельки. Серые, белые, досочки разные. Каркас вот такого большого шкафа. Уцененный. Вот смотри, какая там хороший стеллаж. Да? Да. И сколько он стоит? Хороший. Ну, за 1500 все вместе. Видишь, как? Кому да. Надо? А мне что-то не надо. А надо было. Вот, товар с оценкой. Наша наинижчая цена, товар с оценкой минус 60 и больше. В этом отделе. Коврики разные. Друзья, всем привет! Привет из Икеи. Новиночка. Коврик для ванной Rodvatn. Темно-синий 50 на 80. 449 гривен. С обратной стороны прорезиненный. Такой приятный, толстенький, пышненький, симпатичный. Продвигаемся в отдел органайзеров. Это то, что нам нужно. Вот такая новиночка, друзья. Коробка для сберегания 71 на 18 штук, 279 гривен. Она на молнии сверху. Легкая. Можно такую. 44,55 на 19 скуб. 199 гривен. Коробка для сберегания. Вот такая тебе подойдет. И вот такая в клеточку есть, такой же размер. А, это уже 55. 249. Ура! Шопинг в Икее состоялся. Смотрите, сколько купили органайзеров для гардеробной. Все будем раскладывать, потом вам показывать. Вот такие вот коробочки накупили.
все для упорядочения всяких предметов. Гардеробной, всяких вещей. Наведем красоту. Да, Артем? Да. Смотрите, друзья, в этом блокбастере, где находится IKEA, еще есть какие заведения. На роликах можно покататься. Старбургер. Кстати, вкусные бургеры здесь. Бургер Тыжня со специальной ценой. Так, и сушия. Мы идем в сушию. Она находится на втором этаже. Это в первом здании блокбастера, который был построен ранее, потом достроили еще большое, где находится IKEA. Сейчас пообедаем. Такая. Доброго дня! Ми разом, я вже бачу, дякую. Доброго. Ти на сонечку? Ну, вон там хмари, так що нормально. Зато біля віконця.